Константин Григорян и заслуженные артисты республики Гавриил Наджаров, Борис Дмитриев и Михаил Шаров. Hürmetli tamaşaçılar, akşamınız hayır. Salam aleyküm. Hoş gördük. Здоровенькі були. Хош гелмиссиніс. О! Бірі вар іді, бірі йох іді. Дуняда бір неча динозавр, стегоцефал, бе археоптерікс вар іді. Тержіме ет. Ваш уста. Это было очень-очень давно, когда на Земле еще водились динозавры, стегоцефалы, археоптериксы. В то же беспокойное, в ту же беспокойную мезозойскую эру наряду с этими чудищами появились на свет четыре конферансье. Крикорянозавр, наджарозавр, дмитриоцефал и шаролоптерикс. В этой сложной эволюционной борьбе за существование они победили и выжили. Мало того, они дожили до наших дней. И что самое невероятное, они дожили до второго открытия Зеленого театра. Ну, а если говорить серьезно, то на горизонте Асгосэстрады 40 лет назад появились две пары. Крикорян Дмитриев и Шаров Наджаров. Мы гордимся тем, что были первыми эстрадными артистами, выступавшими на нефтяных камнях. Только еще зарождающихся, только начинающихся. Мы приезжали с концертами на закладку первого камня Сумгаита. Мы веселили своими шутками строителей Мингичаура. В общем, мы горды тем, что некоторые страницы истории республики тесно переплелись со страницами нашей жизни, да, нашей творческой биографии. Да, 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 да. Все бы хорошо, но... Что? А то, что все наши зрители, бакинцы, почему-то всегда нас четверых друг с другом путали. Да, это да, было... да, да, верно. Они, вот... они говорили, Шаров Наджаров? Конечно, знаем. Это псевдоним Крикоряна Дмитриева. Можно я расскажу? Ну, давай, давай. Вот однажды Дмитриев и Наджаров приехали на пляж. Ну, пока Дмитриев купался, Наджарову кто-то сказал: ну, вас мы сразу узнали. А вот Шаров так изменился. Было бы. А мне однажды в филармонии дали справку, на которой черным по белому было написано: дана Крикоряну Дмитриеву. Это уже смешно. В том, что он действительно является артистом филармонии. А про мою дочь? Да. Про мою дочь кто-то сказал. Ну, это же дочка Шарова Наджарова. Ну, все это хорошо и даже смешно. А вот у меня был сосед, да. Сурик. Ярый поклонник нашей четверки. Ну-ну. И вот у Сурика родилась двойня. Кто? Да. Два мальчика. Мальчик. Так Сурен сказал: клянусь, терастовать, куцавытаным, первого я назову Шаров Наджаров, а второму Крикорян Дмитриев. Назвали. Не разрешил ЗАГС. Естественно. За эти годы мы исколесили нашу огромную страну вдоль и поперек. Россия, Украина, Белоруссия. Закавказье, Прибалтика. Средняя Азия и Молдавия встречали нас как самых дорогих гостей. Мы дарили людям наше искусство. Мы отвечали благодарностью на их любовь. Но сердцем... Сердцем мы всегда были здесь. В нашем родном и любимом городе. В нашем многонациональном Баку. И, наверное, поэтому, находясь вдали от него, да, мы постоянно напевали песенку, рожденную в том далеком 46-м. Бакинцев!
Константина Певзнера и Константином Крикоряном. Да. И вот сейчас мы, в общем-то, уже не молодые люди, все четверо ветераны Великой Отечественной войны, вышли на эстраду с тем, чтобы снова вспомнить и спеть эту песенку. Но прежде мы бы хотели выполнить благородную миссию. Молодец. Передать от всех бакинцев огромное спасибо строителям и инициаторам возрождения этого уникального зеленого театра. Спасибо! Спасибо! И вам спасибо. 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 Ну, а теперь песня. Песня. Давайте. Товарищи, а оркестра нет? Как оркестра нет? Ну, здесь же только были. Ну, что за накладка, честно знаю. Планировано было. Ну, ничего. Товарищи, режиссер наблюдает, по-моему, сейчас. Что наблюдает? Все будет в порядке. Минуточку, минуточку, успокойтесь. Подойду сейчас. Вы посмотрите, пожалуйста, все вон туда. Куда? А вон туда. Посмотрите. Вы ничего не видите? А? Ничего не вижу. Ничего не Ведь там же сидит человек, который с огромным успехом заменит нам целый оркестр. Кто? Вы не узнали его? Да я не Это вижу же давнишний просто. Друг каждого из нас. Великолепный пианист Чингиз Садыхов. Чингиз Гаджиевич, не оставьте в беде нас. Помогите, Чингиз Гаджиевич, оркестр подвел. Пожалуйста. Должен вам сказать, друзья, что Чингиз Садыхов аккомпанировал выдающимся вокалистам, таким как профессор Бюльбюль, Иван Семенович Козловский, Муслим Магомаев, Александр Огневцев, Дмитро Гнатюк, наверное, и никогда не отказывал нам, юмористам. Никогда. Но он и сейчас не отказывает. Итак, идет, заслуженный идет. Артист республики Чингиз Садыхов. Пожалуйста, пожалуйста, Чингиз. В этом городе мы родились и росли. В этом городе начали в школу ходить. В этом городе юные годы текли. В этом городе мы научились любить. Вечерами веселой и шумной толпой по проспектам бакинским ходили гулять. Под гитару частенько любили с тобой эту песню тихонько вдвоем напевать. Мы бакинцы всей душой любим город свой большой. Сердцу милые бульвары, переулки, тротуары и седому старику, и бакинцу пареньку. Разве можно не любить и когда-нибудь забыть? Славный город наш Баку. И когда постучится к нам старость в окно, пролетят словно сон молодые года, мы увидимся, друг мой, с тобой все равно, расцелуемся, как земляки, и тогда вспомним детство свое и друзей, и подруг, вспомним юность, наполним бокалы вином и споем, как бывало, любили, мой друг. Напевать эту песню тихонько вдвоем. Мы бакинцы всей душой любим город свой большой. Сердцу милые бульвары, переулки, тротуары и седому старику, и
бакинцу, пареньку. Разве можно не любить и когда-нибудь забыть славный город?